Я пришел к мудрецу и спросил у него, что такое любовь? Он сказал, ничего. Но я знаю, написано множество книг. Вечность пишут одни, а другие, что миг. То опалит огнем, то расплавит, как снег. Что такое любовь? Это все, человек. И тогда я взглянул ему прямо в лицо. Как тебя мне понять, ничего или все? Он сказал, улыбнувшись, ты сам дал ответ. Ничего или все. Середины здесь нет.